Вот, начинай. А, вот, мы в Египте. Я забыла, как называется это место, в котором мы находимся. Столько много информации, и у нас такой гид болбатун, что мозг прощай. Да. Короче. Сейчас мы будем ходить вокруг самого большого в Египте жука скарабея. А где тут жук скарабей? Вот люди уже ходят вокруг него. Жук скарабей. Если обходишь вокруг жука скарабея три раза, то тем самым привлекаешь к себе в жизнь здоровье, удачу и богатство. Вот мы ходим второй раз вокруг жука скарабея. Первый раз мы ходили с огромной толпой. Вот, да. Сейчас ходим без толпы, сами по себе. Это мы второй круг. Мы пошли? Да, мы пошли на второй круг. Наташа ведет селфи-паунт, я веду ее, потому что древности все разрушили. Дороги. Кстати, это видео тоже привлекает к себе. Что привлекает? Здоровье, удачу и богатство. Да. Вы вместе с нами войдете вокруг жука скарабея. Все, это пошел третий круг, вот да? Все, мы все прошли. Я там тут скарабейчик за нами. Алиса, как тебе в эту сторону, нам в эту?